конечно, привет. Я хочу тебя на фоне своей бизнесной. Ну на. Ну а как? У меня своя память, у тебя своя. Ну, все, ты красавчик. Я тебе на флешку могу скинуть. Красавчик. Вот так вот. На, хоть дымок снять. На видик. Ну, повернись чуть-чуть, вы. О, я же на видик снимаю. Ага, ничего себе. Что, прямо по телеку смотреть можно будет? А как? Ух, я-то сейчас на своем телевизоре буду наблюдоваться. Ну, что, Бакс, давай тащись палку. Потащи сюда палку, Бакс. Иди ко мне. Иди ко мне, Бакс. Бакс, ты же крутой, вся. Вот она. Мечта. Что? Покажи-ка. Видео. Вот смотрите, девочки, как у нас ручеек разливается осенью, то есть весной. Видишь? Река, чистая река. Дашка, не мешайся. Во. Вот такой вот весенний ручеек. Передавай привет маме, папе. Ну как, не, я и сам потом лично передам. Сейчас пока не буду. Дашка, тебе сказали не снимать, только хвостик вот покажу, и все, хвостик. Вот тут, все. Больше никому не покажу. О, браконьерскую, блядь. Чё такое? Вот что творят! Обалдеть! О, дым к низу пошел. Это дождик. Хорошо, хорошо.
Не попаду, наверное, да? Попадешь. Потом докинем. Куда О, это такой снайпер. Ручьем. А также изготовление изделий из металла. Бесплатное хранение. Телефон 74-90-89. Ювелирная мастерская в торговом центре ПИК предлагает изготовление и ремонт ювелирных украшений. Ну, а да, видишь, солнце глушит. Не видать. Вода с неба летит, летит. Деревья как отсвечивают. Вот. Ну, еще кучка ходит большая. Костер потушил. Вот сейчас грязи будет. Вот тут бедные сети, которые будут.